Всем привет, с вами Вечный. По многочисленным просьбам я решил записать ролик про работу Синовоза. 2 года назад эта работа произвела фурор, практически все начали на ней фармить. Ну ладно, не будем медлить, погнали. Для начала попробуем проехать на ГАЗ-3307, а потом уже на КамАЗе. Что ж, начнем по порядку, с поля номер 1. А теперь, давайте попробуем проехать на КамАЗе, ведь на нем заработок самый выгодный. We'll be right back.
Ну что ж, давайте подводить итоги. Собственно, вы их сейчас видите на своих экранах. Сравнивая эту работу с другими, например, с перевозкой работников администрации или лесовозами, можно выявить, что она все же не самая лучшая в игре. Разница с чайками, в принципе, не сильно значительная, хотя это уже решать вам. Ну и с выходом обновления, появилась новая десятка, на которой тоже можно работать как на чайках, и которая, даже будет быстрее их, а значит, на ней можно еще больше заработать. Ну а на этом все. В очередной раз, попрошу прощения, что так долго не выходили видосы. Всем удачи, и всем пока.